Сегодня готовлю самый яблочный пирог, который я когда-либо пробовала. Вкус у него потрясающий, настоящий, яблочный, а сам пирог нежный, ароматный, с большим количеством яблок. Получается гораздо вкуснее классической шарлотки и бисквита. А готовится проще простого, ну просто пальчики оближешь, друзья. Всем привет, с вами Олеся, на канале «Готовим дома». Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями и подругами в соцсетях. В миску разбиваю 3 яйца, и добавляю маленькую щепотку соли. Всыпаю 200 грамм сахара. Беру миксер и взбиваю яйца с сахаром 2-3 минуты. До такой вот пышной пены. Посмотрите, яйца взбились достаточно хорошо. Добавляю в миску 150 грамм сметаны. Перемешиваю. Вливаю 80 грамм растительного масла. И добавлю чайную ложечку ванильного экстракта для аромата. Вы можете заменить ванильный экстракт ванильным сахаром. Еще раз перемешиваю. Осталось только просеять тесто муку с разрыхлителем. Беру 250 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Просеиваю в тесто и перемешиваю. Долго перемешивать не нужно, как только тесто стало гладким и однородным, оно готово. Посмотрите, вот такая консистенция должна получиться у теста. Такой красивой лентой оно стекает с лопатки или с ложки. Теперь очищаю от кожуры 2-3 яблока. И нарезаю небольшими кусочками. Добавляю яблоки в тесто и перемешиваю. Форму для выпечки смазываю маслом. Моя форма размером 22 см, можете взять форму побольше. Перекладываю тесто в форму. Разравниваю поверхность. Беру 2-3 яблока и разрезаю на 4 части и вырезаю семена. Нарезаю яблоки вот такими тоненькими ломтиками. И вот таким образом выкладываю яблоки в форму. Приготовь, поделись, подпишись. Посмотрите, какая красота получается. Теперь яблочный пирог очень напоминает распустившийся цветок. Бесподобно красиво. Ставлю пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю примерно 60 минут. Температуру и время выпечки даю ориентировочно, так как время выпечки, друзья, также зависит от размера вашей формы и материала, из которого она сделана.
А готовность пирога я проверяю деревянной шпажкой. Если шпажка выходит из середины пирога сухой, без следов теста, пирог готов. Достаем его из духовки. Яблочный пирог по этому рецепту получается изумительно вкусный. Очень вкусное нежное тесто и много сочных вкусных яблок. Ну и, конечно, пирог получается очень красивый. А все продукты доступные, и это, пожалуй, самый яблочный пирог, который я когда-либо пробовала. Этот пирог можно готовить круглый год. Ну а сейчас, в сезон яблок, домашние яблочные пироги особенно популярны у наших хозяек. Ведь готовятся они очень быстро и просто. А вкусная домашняя выпечка всегда украсит ваш стол. Обязательно приготовьте и не забудьте сохранить рецепт и поделиться им с друзьями и любимыми подругами в соцсетях. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться», чтобы вы не пропустили мои новые вкусные видео, которые выходят 2-3 раза в неделю. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Пока-пока и скоро увидимся!